Умница, красавица, бизнесвумен. Этим женщинам буквально море по колено, а уж собственный бизнес построить и вовсе задача выполненная. Однако поддержку властей все равно чувствовать хочется. Для меня очень интересно общение с главами как города, так и области, так как мой бизнес связан с социальной сферой, это здоровое питание. Это на самом деле те люди, которые знают, как правильно организовать, с чего начать именно работу с населением. С населением в плане социальной активности. Именно чтобы бизнес был ближе к населению, именно социально ответственным был. Встречи участниц конкурса с Евгением Люлиным уже стали традиционными, и прекрасным дамам всегда есть чем его удивить. Представляете и промышленность, и сельское хозяйство, и торговля, ну и, безусловно, социальная сфера. Это просто ваша зона ответственности, как правило. И очень приятно, что, участвуя в тех ваших конкурсах, смотрах, они самые разнообразные, ежегодно наши представители Нижегородской области занимают самые высокие места, становятся победителями, лауреатами. Лидерские конкурсы для женщин проводятся уже 20 лет, и последние 6 в Нижегородской области. Ежегодно увеличивается география участников с 14 регионов России в 2012 году до 39 регионов в 2017. Но главное, не победа в конкурсе, а польза, которую эти женщины приносят региону. В общем, удивительные. На самом деле все женщины просто достойны самого высокого, в общем-то, поощрения и уважения. Это люди, которые творят, которые созидают на благо нашей области, создают новые рабочие места, бюджет наполняют. Вот такие мои подруги. Не случайно говорят, что под началом женщины сотрудники всегда более дисциплинированы. Работа идет качественнее, а значит, прибыль больше. Словом, эти дамы пример даже многим мужчинам.